Дорогие друзья, всех приветствую, всем ассаламу алейкум. С вами Мухаммад Нурзалиев, и вы на канале Шеф Готовит. Сегодня мы приготовим очень простое блюдо, которое любят дети. Я вам сегодня покажу, как приготовить вкусные наггетсы, так, чтобы ваши дети все время вас просили об этом, чтобы вы повторили этот видеорецепт. Ну, приятного просмотра, и мы начинаем. Так. Начнем мы с кляра. Так, для кляра понадобится для начала мука. Мука, вода. Сначала мы посолим сейчас нашу муку. Прежде чем залить воду, мы ее посолим. Разобьем 2 яйца. Затем добавляем воды. Все это наше дело мы взбиваем венчиком аккуратно. Взбиваем, друзья, до тех пор, пока не останется у нас комочков. Комочков вообще не должно быть. 2 минуты, и наш кляр готов, друзья. Все, убираем его аккуратно сюда в сторонку. Так, теперь займемся курицей. Так, друзья, вот такая у нас куриная грудка. У куриной грудки есть такое вот малое филе называется. Вот сейчас я вам его покажу. С обратной стороны получается грудки. Вот такое малое филе. Оно нам тоже пригодится. Убираем пленку. Нарезаем на такие вот полоски наши будущие наггетсы. Так,
Наши филешки мы подготовили. Сейчас мы их замаринуем. Грудку мы вот так с вами обработали, нарезали. Будущие наггетсы подготовили. Сейчас мы замаринуем курицу. Для маринада нам потребуется, друзья, два ингредиента. Первый ингредиент это у нас соевый соус, вот я его заранее подготовил. И приправа для курицы. Любая приправа для курицы полностью такая сбалансированная, которую вы найдете в магазине. Посыпали приправы и поливаем соевым соусом. Все это дело теперь мы втираем вот так в мясо курицы. Что делаем дальше, друзья? Дальше у нас будет такая система. Мы будем окунать мясо курочки в кляр, затем в панировочные сухари. И затем будем ставить сюда, вот на поднос, и подготовим нашу будущую фритюрницу. Ничего сложного нету. Прямо вот так рукой, аккуратно. Ребята, перед тем, как окунуть в кляр, можете обмакнуть курочку в муке. Но я так не делаю, потому что меня устраивает вот такой вот тонкий слой сухарей. Если вы будете окунать в муку перед тем, как окунать в кляр, то у вас слой сухарей получится таким более плотным.
когда масло замерзшее, такое холодное, оно бывает таким густым. Друзья, наггетсы пока наши немного остынут, приготовлю финиковый коктейль. И в этом деле нам поможет вот такой вот замечательный блендер бренда BQ. Пойду схожу за мороженым. Коктейль получится у нас очень вкусным, друзья. Все же любят финики. Берем пломбир, с фиников удаляем косточку обязательно, так, вот так вот это делаем и закидываем финики сюда, в колбу. Затем добавляем немного миндаля. Вот такую горсточку небольшую. И перепелиные яйца. Обязательно немного корицы, буквально пол чайной ложки. Затем добавляем молоко. Молоко у меня 3,5%. Друзья, вот и мы собрали все необходимые ингредиенты в нашем блендере. Кстати, почему я выбрал блендер бренда BQ? За что мне он нравится? Друзья, я вам скажу, у него отличная высокая мощность, 1200 Вт. Также вот эта стеклянная чаша объемом 1,5 литра и плавная регулировка скорости. А также у блендера имеется режим турбо, 3 автоматические программы, нож с 6 лезвиями и корпус из нержавеющей стали. Thank you.
Теперь добавим взбитые сливки. Но сначала проверим их на качество. А ну, Хабиб, открой рот. А ты? Открой вот так. Подними голову. Голову подними. Так, на качество проверили, хорошего качества. Так, ну что, детишки, вам приятного аппетита. Вот спасибо. Я вам сейчас буду ставить. Хабиба, тебе много. А почему? Ну, ты же много любишь. Нет. А смотри, несколько. Бисмилля, скажите и кушаем. Все. Ну, попробуем. Я надеюсь, вы слышите этот хруст. Друзья, я вас уверяю, это готовится очень быстро и очень просто. И это намного натуральнее по сравнению с тем, что вы покупаете там в Макдональдсах или, я не знаю, в фастфудах, на доставку еды заказываете. Это по рецепту моего заведения M-Tokyo. Вот они очень вкусные и очень натуральные. Вы все сами видели, приготовил у вас на глазах без всякой химии. Да? Да. И похоже, как это наггетсы. Это и есть наггетсы. Они получаются такие, вот прям воздушные. И сырный соус прям к ним идеально подходит. И они очень хрустят. Дети останутся просто в восторге и будут вас всегда настигать, что вы приготовили еще и еще. Попробую коктейль. Коктейль очень такой пряный, молочный, молочно-сливочный такой за счет пломбира нашего сливочного. В общем, наш блендер бренда BQ достойно справился со своей работой. Коктейль получился у нас взбитый, такой воздушный и очень вкусный, друзья. Ну а поближе познакомиться с брендом BQ вы сможете благодаря тому, что я оставил ссылку в описании. Так что переходите, друзья. А для моих подписчиков будет обязательно скидка. Так что переходите, заказывайте, делайте подарки, дарите подарки. Это отличный блендер и вообще отличный бренд. Я вам советую. Очень вкусно. Ссылка в описании, друзья, не забудьте. Вкусно? Сейчас. Дорогие друзья, на этом наш замечательный такой семейный видеорецепт подходит к концу. От вас всего лишь требуется поставить лайк и написать свое мнение по поводу этого рецепта в комментариях. Тем самым вы поможете в продвижении моего канала, и я буду вам очень благодарен. Ну а мы с вами увидимся в скором времени, друзья. Даже? Сделайте пока-пока всем подписчикам. Пока-пока.
За здоровье. Нет, так и не слышно. Смит читает на смешную вещь. Увидимся в скором времени.